На один день Площадь Славы превратилась в амфитеатр под открытым небом. Это первый подобный концерт после реконструкции в 2019 году. Место, где сейчас выступают артисты, как раз задумывалось под сцену, но до этого не использовалось по назначению. Нарушить тишину решили коллективы города и заодно открыли свой творческий сезон после перерыва. И мы вот эту вот площадку впервые, можно сказать, осваиваем, и поэтому назвали первый осенний концерт. Программа с 17:30 до 20 часов, то есть 2,5 часа получается вот такой разнообразная программа для наших жителей. Подарок! Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина мать, мы до конца будем стоять, за тебя, Родина мать. Организаторы решили сделать так, чтобы каждому возрасту здесь было интересно. Если для старшего поколения были народные песни и танцы, то для молодежи позвали рэп-исполнителей. Здесь конкретный концерт, не кнут, но пряник. Прямо скажем, заточка филигранна. Браво, кричите, хлопайте, хлопайте. Души немного, бро, чистим от копоти. Несмотря на то, что на улице было слегка прохладно, людей от этого меньше не становилось. Некоторые из них согревались танцами под зажигательные песни. Первая неделя осени, поздравить жителей, не унывать, потому что осень пора очарований. Поэтому любая погода для нас всегда радость. Ну и администрация, городской совет совместно провели данное мероприятие с народным хуралом. Поэтому для жителей небольшой сделали праздник. Базар Юшеев, Алексей Ромашов. Новости дня.